Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Дэдпул. Я тут, кстати, немного прокачал Дэдпула в компании. Теперь он у меня чуть мощнее, я открыл оружие. Ну, сейчас я покажу. А, вот это я сейчас не могу показать, ну ладно. Так, молотки берем. И вот, вот такую штуку я открыл. Такую пушку, кстати, ух ты, а прикольно. Доступны новые улучшения, прикольно. Она бьет как молоток, круто. Реально круто. Oh yes. Так, перезарядились. А ну-ка, давайте. Слушайте, может с таким получится пройти нас? Нормально. Ну что ты подошел? О, теперь можно с автоматчиком, кстати, разбираться. Легко. Ну, выходите, автоматчики. Где вы там? Пипец, они спрятались. Чё вы там спрятались? Вот так вот. Да, эта пушка мне нравится, реально. Так, ну где вы? Бегите сюда. Так, ну вы сами подошли. Так что я не виноват. Ну тут тоже они сами подошли. Жаль, нельзя в испытаниях прокачивать. Доступны опять новые улучшения. Вот, где еще автоматчик? Все. Это испытание пройдено. Ну что ж, здорово. Здорово. Уже сколько? Уже 3, да? 4 испытания мы прошли. На бронзу. Тюрьма Магнето. Так, ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.